Циклон Хильда идет по Австралии. На австралийский округ Кимберли обрушился тропический циклон Хильда, принеся с собой ливни. В некоторых частях страны выпало более 100 мм осадков. Ветер, чьи порывы достигают 33 метра в секунду, валит деревья. В результате разгула стихии без электричества остались 2000 жителей. Циклон движется по направлению к коммуне Бидеяданга на юго-запад страны. И хотя ветер постепенно затихает, сильные дожди не прекращаются. Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, глобальные климатические изменения уже влияют на здоровье, условия проживания и жизнеобеспечение людей на всех континентах Земли. Наблюдаемое увеличение роста динамики глобальных природных катаклизмов указывает на то, что уже в ближайшие десятилетия они приведут к катастрофическим последствиям мирового масштаба для цивилизации в целом. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность от заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.